рождения утеночка, такой стоит 12 тысяч утенок. Да, и вот такие вот я хотела ступочки, они из какого камня? Камень оникс. Они стоят по 2 тысячи рублей. А вот этот котик? Вот эти котики, они по 2,5 тысячи рублей. Ой, ой, какие хорошенькие. Такой котик вот 5 тысяч рублей. Здесь мы выполним. Мрамором. Уральским мрамором гидрит. Ой, ой, ой. Ой, а голубые глаза какие у него. Такой плоско лежачий, да. Ну такой вот 3 тысячи рублей стоит. Авторская работа тоже. Суперски. И давайте сразу тогда котиков вот этих покажем, которые. Этих мы котиков показали? А, пойдемте. Да. Перейдем на этих котиков. Так, вот с... Вот эти по 30 тысяч рублей котики из камня, из цельного массива ангидрита. Вот, перевернем. А этот тоже? 25 тысяч рублей. Котик более цельный. Вот этот котик 2 тысячи рублей, этот 7. А этот 7. Да. А еще был какой-то котик такой очень мультяшный такой. Где он был-то? Сейчас я вам. Девушки смотрели. Черный котик. А, вон. Вот котик есть. Такой вот 10 тысяч стоит. 10 тысяч котик. И еще вон он мультяшный, я его нашла. Он полосатый такой. А, вот этот самый. Да, прикольный. Сезон. Такая. Вот таксист. Сколько он стоит? 15 тысяч рублей. О-о-о, ничего себе, котик. Вот такой вот 85 тысяч котик. О, тут серьезно все. Угу. Так, что у нас тут? Ласка? Ласка 5 тысяч рублей. А тут бегемотик? Бегемотик такой 10 тысяч рублей. 10 тысяч. А вы не говорите, какой камень? Камень ангидрита, желтый и белый, это камень. Так это все антигрит, да, поделочные камни. Вот это андугрит. Да. Угу. Вот эти вот, смотрите, как прекрасно. Да-да-да, а вот эту улиточку? Вот а улиточка, она из тиатита, вы поняли. Ага, тиатита. Сколько она стоит? Такая 25 тысяч рублей. Угу, да. Вот это вот триада. Бегемотики, да? Бегемотов, цирковые бегемоты. Специально обученные. Есть натуральный бегемот. Этот бегемот у нас 25 тысяч, эти по 20, этот 40 тысяч рублей стоит. Серьезный бегемотик. А черепашечка? Черепашка 12 тысяч рублей. Цельный массив камня, так же как и лягушечка. Выполнена из ангидрита.